проходите, пожалуйста. Кто у нас такой симпатичный? Жемеля Викторияна. На прием к профессору медицинского института имени Пирогова Любови Харитоновой молодая мама Жоржетта Еворски пришла с 5-месячной Эмили Викторией. Девочка родилась на 25-й неделе беременности и весила всего 850 граммов. Благодаря наблюдению специалистов перинатального центра малышка растет и развивается в соответствии с возрастом. Все нормально у нас, мы как бы, у нас хорошо, у нас были сразу как бы хорошие врачи. Спасибо всем пензенским перинатальным врачам, все хорошо. Получить консультацию специалиста могли родители малышей, пациентов отделения катамнеза. Обращаются в основном со сложными случаями. Это, как правило, дети или маловесные, или недоношенные, или наоборот крупновесные дети, у которых возникают проблемы в первый год жизни. Проблемы в основном возникают с питанием, с набором веса, с дисфункциями кишечника. Врачи отделения наблюдают недоношенных детей и рожденных весом менее 1500 граммов в течение первых 3 лет жизни. Особое внимание к здоровью таких малышей необходимо для дальнейшего развития ребенка и профилактики хронических заболеваний. В нашем отделении ведут прием врачи, педиатры, невролог, офтальмолог, врач-реабилитолог, физиотерапевт, кардиолог. Также на базе нашего отделения проводится полный спектр исследований, ультразвуковые исследования. Прием профессора Любови Харитоновой в Видновском перинатальном центре был организован впервые. В медучреждении такие консультации планируется проводить на регулярной основе. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.